6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, погнали! В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел 5-й заключительный забег в рамках беговой лиги Подмосковья – трейл «Одинцова Ран». Участие в нем приняли порядка 850 человек. В этот раз для взрослых организаторы подготовили дистанции в 3, 5 и 10 километров, а для детей – 300 и 600 метров. Этим забегом мы завершаем сезон беговой в Московской области и начинаем готовиться уже к проведению лыжных стартов. Вот, погода сейчас позволяет уже к этому готовиться. Осенний забег по факту погодных условий выдался зимним. Снег под ногами – дополнительное препятствие на пути к победе. Настроение не испортил, а лишь раззадорил участников. Среди них были не только профессиональные спортсмены, но и любители. Я участвую первый раз. Приятное волнение, предвкушение чего-то интересного. Хочется испытать себя. В десяток соревнований пробежал. Ну вот первый раз здесь, в Одинцово, с удовольствием. Но уже по снегу. Правильно подобранная экипировка, несомненно, повышает шансы на успех. Но не только от нее зависит результат. Главное – правильно распределить собственные силы. Победительницей забега на дистанции 3 километра стала Светлана Филиппович. Она посвятила свою жизнь спорту, плавание и бег с препятствиями. Не упускает возможности испытать свои силы. Я бежала 3 километра. Это спринтерская дистанция. На самом деле очень интересно, потому что это вроде и не 5 километров, и не километр. То есть нужно грамотно разложиться. Я думала, что будет ровная трасса. Я думаю, бегуны меня поймут. Но было пару горочек, которые принесли свою изюминку в эту трассу. Ну и это самое крутое. Конечно же, это дикий выброс адреналина вместе с эндорфином. Мне кажется, это чувство ничем не заменить. Беговая лига Подмосковья – это уникальный проект, в рамках которого можно превращать тренировочные километры в баллы и обменивать их на ценные для здоровья поощрения. Участие в розыгрышах и серии забегов в различных городах региона. Все спортсмены получили медали, лидерам вручили подарки. На сегодняшний день к проекту «Беговая лига Подмосковья» уже присоединились более 9 тысяч участников, которые преодолели свыше 2 миллионов километров. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».